Ребята, привет! Сегодня, как всегда, жарко. Немножко в тени посидел. Причем так скажу, в тени терпимо, когда ветерок поддувает. А на солнце, ну все, прям жара. Невозможно, иду на море. Иду сегодня немного другим маршрутом, через рынок также. Ну я уже говорил, что здесь куда ни посмотри, везде торгуют. Везде рынок и даже на пляже. Сейчас сами все увидите. Везде предлагают экскурсии и перекусить, видите, столовые. И если я сейчас поверну налево, как обычно, то там будет официальный рынок. А если направо, то также рынок, но неофициальный. Везде вокруг гостиницы. И часто с бассейном. Ну, а я приехал на берег моря, мне бассейн ни к чему. Очень скоро будет пешеходный переход через дорогу. Поднимаясь по нему, переходя через дорогу, всегда хочется остановиться и посмотреть по сторонам. Остается только решить, в какую сторону двинуть. Везде так привлекательно, и хочется побывать, объять все это необъятное. Остается только догадываться, для чего здесь вот эта табличка. Сейчас закреплю камеру на головной крепеж и зайду в воду. Сегодня четверг. Мне кажется, что народу почему-то поменьше. Время где-то середина дня. О, да, теплая. Дна не достаю. Ласты не взял с собой. В тапочках таких. Освежило, классно. То шел по жаре, блин, вспотел весь. Вообще. Ох, кайф. Тут главное сейчас не нырнуть, камеру не замочить. Нам не без бокса. И сразу крышка. Но вода имеет какую-то прозрачность. На самом деле вода очень теплая. Искупался так сразу. Хорошо стало. Позднее еще раз схожу. Если здесь жить, не, это точно не мое. Вот так вот раз в год приехать на недельку, дней на 10, развеяться, это самое то. А жить здесь... Да, дело в жаре. То, что здесь так жарко и непривычно. Не прошло и 5 минут, как вышел из воды.
и уже полностью сухой. Так, немножко осталось. Пройдет еще пара минут, и все, и будет опять жарко.